Чистая территория дома всегда приятна как его жителям, так и всем окружающим. Погода в апреле способствует работе на улице. Жители многоквартирного дома Ленинградской собрались не впервой. Уже вторую неделю они активно приводят свой двор в порядок. Побелен и покрашен стадион рядом с домом. Жители будут готовить уже наш двор к наведению порядка. То есть белить бордюры, цоколь, как видите, вот сзади женщина белит у нас. Клумбы будем готовить к посадке цветов. Малые дворовые формы будем все подкрашивать. То есть все будем приводить в порядок, чтобы у нас все цвело и пахло. Жители поселка Черняховский в этом году работают активнее, чем в прошлом. Большинство на субботник вышли сами, а некоторые проходили мимо и решили присоединиться. Даже дети помогают в уборке, понимают, им здесь гулять. Выходили жители, убирали эту площадочку. Все это, ну, каждый год выходят жители на уборку площадки, потому что детская площадка как бы лобное место получается на снекерзаводе, что здесь все собираются с детками, гуляют после садика, выходные дни. По программе «Мы подарим детям улыбку» жители выиграли игровую площадку. Сама она бесплатная, а на установку собирали средства сами. Сейчас идет подготовка участка. Появится она здесь уже в конце апреля. Тем, кто выходит на субботники, управляющие компании выделяют все необходимое для работы. Краску, кисточки, перчатки. Мешки мусора, которые собирают жильцы, вывозят в муниципальные службы города. Екатерина Рехтина, Сергей Удовиченко, Телемикс.